сегодняшней программе. Когда думала, гитара и скрипка, мы забыли, Оксана. Голос, гитара и скрипка. Музыкант играл на скрипке, я в глаза его глядел. Я не то, чтоб любопытствовал, я по небу летел. Я не то, чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где пение скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу. Почему благословению я по небу лечу? Счастлив он, чей век недолг, пальцы злы, смычок, костер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и праведней она. Справедливей, милосерднее и праведней она. Приглашаю на сцену скрипача Арсена Богдасарова, который сегодня многим из нас поможет в осуществлении наших мечт игры гитары и скрипки. Звучит.